О, бедный сукин сын. Бросили здесь гнить. Не волнуйся, Себастьян. Это просто маленький тихий городок. Ага. Слишком тихий. Надо есть. Ешь. Привет. Эй! Неужели не слышала? Надо проверить. Здрасте! Кожа до кости. Ешь. Надо есть. Доедай. Надо есть. Кожа до кости. Я сказала, ешь! Вот так. Это для твоей же пользы. Что за... Господи. Кейдман. Быстро ты. Узнал что-то новое? Да, узнал. Все это и правда очень похоже на маяк. Здесь люди превращаются в монстров. Черт, что же там произошло? Я не знаю. Но это значит, что Лили могла не просто потеряться. Себастьян. Брось, Кидман. Я справлюсь. Я найду ее.
еще что. Мёбиуса. Кто-то из них уцелел. Плохо. Эти твари буквально повсюду. Надо в дом вытрясти из парня информацию. Вашу мать. Вот так. Надеюсь, выдержит. Не подходи ближе! Ладно, успокойся. Не стреляй. Я тебя не трону. Видишь? Можешь опустить пушку. Я на твоей стороне. Ты не из Мёбиуса. Хоть ты и не из этих тварей, но это еще не значит, что ты на моей стороне. Верно. Я не из Мёбиуса. Но это они меня прислали. Ты видел тварей снаружи? Что они могут? Да, видел. Тебе повезло, твой напарник пожертвовал собой, чтобы ты мог удрать. Не напарник. Он был из службы безопасности Юниона. И защищать меня — его работа.
а моя работа — починить систему. Мне не платят за то, чтобы я тут сдох. Я не солдат. Я техник. Я знаю. Стой! Стрелять буду! Солдат снял бы с предохранителя. Говорю же, мы на одной стороне. Попробуем еще раз. Я Себастьян Кастелланос. Я О'Нил. Лиам О'Нил. Значит, ты не из Мёбиуса, но тебя забросили сюда. Зачем? Я ищу свою... Я ищу, как отладить ядро. Как и ты. Да? Ну, желаю удачи. Я пас. Буду ждать, пока нас не извлекут отсюда. Никто тебя не извлечет, пока не найдут Лили. Что за Лили? Пойми, мы все застряли здесь, пока не отыщем ядро. Поможешь мне? Если предлагаешь пойти с тобой, на меня не рассчитывай. Это убежище, и я не собираюсь его покидать, ясно? Но я дам тебе наводку. Я засек неподалеку сигналы, резонирующие с частотой ядра. Мы искали их источник, когда на нас напали. Вот, послушай. Голос, как у маленькой девочки, да? Тихо. Это она? Ядро? Думаю, да. Но мой коммуникатор поймал множество странных сигналов за то время, что мы здесь. Доберешься до источника, будешь знать точно. И как это сделать? Поймай сигнал на свой коммуникатор. Когда выйдешь отсюда, сам поймешь. Вероятно, ты поймаешь и другие сигналы. Можно будет найти их источники и узнать... Нет-нет. Сперва ядро. Другого пути выбраться отсюда нет. Как хочешь. Свяжем наши коммуникаторы. Я сообщу, если что-нибудь найду. Ладно. Пожалуй, это можно. Значит, ты здесь уже неделю сидишь? Неужели так долго? Плохо. Здесь время идет по-другому. Мы думали, что быстро управимся. Типа, я буду дома к ужину. Но это место вообще ни на что не похоже. В смысле? Когда ядро идет в разнос, всегда сбои бывают, но... Сейчас творится черт знает что. Здесь все распадается на куски. Есть излучатель стабильного поля, но он работает неправильно. Что за излучатель стабильного поля? Если тебя послал Мёбиус, ты должен это знать. В группе вас было пятеро? До нас сюда отправили еще команду охраны. Ну, да. В поисковой группе, да, пятеро. Постой. Ты сказал, было? Я нашел Бейкера. Он мертв. Неудивительно. Он засек мощный сигнал и пошел проверить. А я говорил, что нужно попросить извлечения и сообщить о наших находках. А остальное не наше дело. Но он не слушал. Как же, командир группы. Должен быть храбрее всех. На самом деле, от храбрости до глупости один шаг. Согласен. От осторожности до трусости тоже один шаг. Не надо передергивать. Меня не радует его смерть. Я что, по-твоему, совсем скотина? Надеюсь, остальные целы? Я сообщу, если найду кого-то еще. Правда сообщишь? Спасибо. Я буду рад. А здесь опаснее, чем я думал. Не знаешь, где можно добыть оружие и припасы? Я пытался тебе рассказать, но ты не хотел меня слушать. Ну, теперь слушаю. Я перехватил разговор двух охранников Мёбиуса, которые говорили о схронах с оружием. Найдешь их, пополнишь запасы. Может, охранники живы и помогут. Я подумаю. Да ладно, я здесь один. И мне нужна защита. Если бы ты не позволил своему защитнику подохнуть... Хватит уже. Я отмечу сигнал на твоем коммуникаторе. Захочешь, проверишь. Мне плевать. Эти твари довольно крепкие. Приходится тратить много патронов. У тебя есть что-то помощнее? Здесь нет... Но снаружи можно будет найти. Здесь должно было быть мирно. Но Мёбиус и пушки всегда вместе. Не знаешь, где мне найти эти самые пушки? Там сплошной бардак. Вряд ли ты найдешь готовое к бою тяжелое вооружение.
Но я видел что-то приличное рядом с брошенным БТРом. Я отмечу точку для тебя, но ты поосторожней там. Вокруг шаталось столько этих тварей. Сразу становится легче. Что это было? Какого черта? Эй! Выпустите меня! Детектив Кастелланос. Какая приятная неожиданность. С возвращением. Снова вы? Как вы сюда попали?
Я могу задать вам тот же вопрос. В любом случае, приятно заглянуть в знакомые глаза. Даже если эти глаза слишком много повидали. У вас усталый вид, детектив. Надеюсь, я смогу вернуть вас в норму. Совсем как раньше. Ладно. Посмотрим, смогу ли я поймать нужный сигнал. Довольно далеко, но другого пути нет. Боже, надеюсь, это Лили. Это и есть сигнал, о котором говорил Анил. Если так пойдет дальше, от Юниона скоро ничего не останется. Нужно найти тот сигнал.